Хей-хей-хей, всем привет, рад приветствовать вас, друзья, на канале, с вами доктор, и сегодня начну прохождение Elite Dangerous. Сразу скажу, никогда вообще не играл в нее, ни в каких вообще вариациях, вообще полностью с нуля, первый раз буду играть. Здесь стоит дополнение Odyssey, все по последнему, что сейчас вышло, игра полностью обновлена. Поэтому устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Предлагается выбрать персонажа. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Так, мужчина, женщина. Ну, я из тех, кто любит играть за тот пол, к которому отношусь. Пусть это будет мужчина. Так, всегда в шлеме. То есть в любом случае он будет... Так, вот правая кнопка мышки, он вертится, да, у нас? Короче, всегда будет в шлеме, да? А так он будет при необходимости одевать его. Ну, пусть так и будет стоять по умолчанию. Далее. Так, цвет лица, волосы, лицо, голова, украшения. А здесь шаблон чисто цвет лица или что у нас? Это... А, то есть здесь получается шаблон полностью человека, да, можно выбрать? Ну, удобно. Да, здесь уже, получается, пошли тонкости, да? Ага, тут еще потом можно его кастомизировать. То есть под себя. Ну, не будем в эти тонкости входить. Давайте посмотрим, какие шаблоны есть. И что-нибудь выберем из того, что имеется. Ну вот шаблон 47, в принципе, можно будет оставить. Ну, не знаю. Так, это такой уже бывалый космический волк. Нет. Это же, по-моему, тот космический волк, только теперь с прической. Похож на него, по крайней мере. Ага. Это один из участников БНМ. Кстати, прикольно, когда переключаешь между лицами, обращайте внимание, глаза у него как будто выпадывают. Оба-на. Суржовый мужчина. Что у тебя на голове? Тюбетейка из волос, что ли? Прикольно. Так, что еще? Седина в бороду, без в ребро. Понятно. Кстати, слушайте, довольно много таких пожилых товарищей встречается. Такое лицо уже встречалось, по-моему, только с другой шевелюрой. Глаза у тебя интересные. Явно ты не местный. Владимир Ильич, и вы здесь? Ну... О, а это этот... как же мультик-то советский был? Где они на космическом корабле летали? Не гомозе... Как же... Планета Железяка, птица Говорун. Может, кто смотрел этот мультик? И там капитан ходил. Прям похож на него. Вот прям вот он похож. Забыл, как мультик называется.
Он-то совсем старец, умудренный опытом. Да, ну, конечно, есть из чего повыбирать, друзья. На любой вкус и цвет. Есть что поковырять. Ух ты. В бою бывал. И не раз, похоже. Где-то глаз потерял. Пол лица разрезали. Даже такие тут есть. В принципе, даже из шаблона. Ну, я так понимаю, тут и самому можно лицо нарисовать. Ровно такой, какой хочешь. Что-то мне кажется, или у тебя глаза по-разному. Да, косишь, к окулисту надо сходить. Но, кстати, шаблоны повторяются. Вот уже такую прическу мы с вами уже видели, только лицо было посветлее. Да, и вот этого вот уже точно я видел. Ой! Прическа какая у него, как у Леонтьева. Но как обычно это бывает, как вот вначале что-то зацепило. И вот оно потом и ничем не перебилось, да? Ну вот старец же был уже. Короче, шаблоны повторяются, да? Угу. Причем вот буквально недавно старец был, так. Ну окей, в общем, все понятно, давайте где-то 47-й, да, меня тут. Так, ну ладно, допустим, пусть, в принципе, такое останется. Не будем сильно много этому тратить времени. Ну что, жмем продолжить, что там дальше? Так, добро пожаловать в Федерацию пилотов. Зарегистрируйте свое имя в базе данных Федерации пилотов, не более 20 символов. Имя командира не может быть изменено далее, да? Ну, в принципе, доктор Гейм, все как есть. Согласен. Поехали. Наши дни. Система BD025286, планета Фаесия. Местоположение Брискос Легаси. О, друзья, слышу русский язык. Уже мечтаете о звездах? Но я попрошу вас пока не витать в облаках. Так, осмотримся. Я высадил вас здесь, чтобы не сработали защитные системы. До позиции врага надо будет пробежаться. Местность пересеченная. Сможете подойти незаметно. К тому же следить они сейчас пытаются за мной. Я добавлю маркер на ваш инсайт. Вперед, я буду направлять вас с орбиты. Очень интересно. Так, ну, довольно атмосферно смотрится. Это где-то мы на какой-то планете. О, кратер какой. Так, чё, куда нам? Вон туда бежать. Побежали. Так, управление, как в принципе в большинстве шутеров. Вправо-влево. Да, WADS. Все как всегда. Так, мышкой смотрим. По сторонам. Shift ускорение. Control присели. Ух ты! О, прикольно, друзья, я еще летать могу. У меня ранец, походу, да? Ага. А, ну да, тут, короче, смотрите. В левом углу, вверху, 141
Температура, чего 141? 141 градус мороза, что ли? По Кельвину. Ага. И 0,17G. Понятно. То есть очень низкая гравитация, поэтому что-то здесь сломать. Короче, на пробел нажимаешь, и он включает... Включает ранец, походу, что-то наподобие ранца. Данных по тайным агентам. Такие сведения высоко ценятся на черном рынке. Вам нужно подключиться к порту данных центра управления. Смотрите, не попадайтесь на глаза охране. Задание непростое, но вам такое по плечу. Следуйте моим указаниям и в случае чего открывайте огонь на поражение. Так, очень интересно. Да, сканируй. У меня еще далеко. А, вот, вот сюда бежим, да? А, черт, да мы опоздали. Тут уже кто-то побывал. Поселение обесточено. Вижу заметные разрушения. Есть убитые. В некоторых зданиях, вероятно, очаги возгорания. Так, без электричества наша задача усложняется. Прежде чем искать данные, придется восстановить подачу энергии. По данным разведки, на складе должен стоять ДРП. Если он цел, можно использовать его регулятор мощности. Отмечу склад на вашем устройстве Insight. Направляйтесь туда. Так, ну как обычно, все не так просто. Потихоньку нас куда-то затягивают, затягивают. Ну слушайте, в принципе... Выглядит все довольно интересно. Так. А, вообще это я сейчас прохожу тренировку, друзья. Ну, отлично. В принципе, это как раз само то. Идем дальше, смотрим. Это Энерголинк 3. Так. Ага. Ну, прикольно. Заходите в здание. Как скажешь, иду. Тут темно, как фонарик включить? Фонарик не включите. Т, пожалуйста. Так. А, вот. Вам повезло. Теперь берите плазменный резак и вскройте панель под кабиной. Там будет регулятор мощности. С его помощью вот эта панель. Скрывайте ее, солдат. Так, и что это плазменный резак? А, пятерка. Так. Так, и как? Стреляем. Ага. О, как интересно. О, прикольно, друзья. Я, короче, прям прорезаю что-то тут. Так, что теперь в эту сторону? Идем в обратную сторону. Да, вот огонь. Забирайте регулятор. Он пригодится. Что есть регулятор? Так, взять активы. Это что, электроплата какая-то? Металлическая катушка. Командование не одобряет мародерство. Наверное, потому что это незаконно. Да ладно тебе, не жадничай, что ты? Все равно все заброшено. Оптоволокно. Вдруг потом пригодится. А, вот регулятор. Взять. Е. Вот так. Все. Че, куда идем? Так, давайте, прежде чем
куда-то выходить, пошаримся, может, что интересное здесь подберем. Так, электроплата. Хоть он и ворчит, что командование не одобряет, но я думаю, по-любому в дальнейшем нам это все может пригодиться. Внимание, электростанция на той стороне. Так, магнитный замок. Тут открыто, в принципе. Ничего закрывать не нужно. Так, здесь что у нас? Коробка с припасами, но я на нее никак не взаимодействую. Так, ладно. Так. Аптечки не берет. Значит, наверное, своих хватает пока что. Что тут еще есть? Опа, водичка. Капает откуда-то. И что? А, ну слушай, я это... Не знаю пароль. Так, а если попробовать разрезать? Прикольно. Какая-то окаменелость. Так, ну он походу уже понял, что мне бесполезно говорить про мародерство. И не говорит. Ну и ладно. Здесь что в ящике? А, ну это у меня... Так, кстати, осколочные гранаты можно, да, использовать? Прикольно. Что, я где-то что-то прошел, что ли, или что? Так, ага, там выходить. Энергоячейки. А, все, да? Удерживайте левый альт, а затем выберите значок энергоячейки. Так, я, подожди, левый альт, вот он. Энергоячейка. Комбинезон заряжен. А, шикарно. Так, еще одну. Так, друзья, левый альт, короче, здесь менюшка. Что это у нас? И мышка, она управляется. Энергоячейка, проектор щита. Что еще? Ну, вот тут крайне неудобно. А ну-ка, может быть, стрелочками? Нет. Мышка неудобно управляется. Осколочная граната. Разрушитель щитов. И аптечка. Понятно. Так, использовал еще один зачем-то. Еще одну энергоячейку потратил. Да ладно. Пополнили сразу же здесь. Так, что, нам туда? Пошлите дальше. Так. Что у нас тут? Тройка, да? Ага, отлично, открыли дверь. Так, что там, куда? Электростанция на той стороне. Тут был жестокий бой, когда защитники вынули регулятор мощности. Ух, ничего, тут народу валяется. Обалдеть. Что тут было, ребята? Что с вами произошло? Так, а что, куда идти-то? Маркер-то дайте. Нифига тут сколько народу болтает. Так, фонарик, наверное, выключить можно. Народу-то сколько, ё-моё. А я с ними как-нибудь могу... Нет, не взаимодействует. А-а. Ничего не могу я с них взять. Чё, куда идти-то? Должен же быть где-то... Маркер же, я правильно понимаю? Так, а вот тут вот патрончики какие-то показывают он мне. А, на карте вот, друзья, слева, да, он показывает, где что есть, но у меня, наверное... Так, ага, оружие. За оружие у меня патроны. Угу.
Что, куда идем? Я вообще туда иду-то. А, во. Маркер какой-то появился. Это куда? Что это было? Чтобы попасть на электростанцию, придется вскрыть панель техобслуживания. А, я типа пришел. Вскрыть панель. А, так, резак. Так, что делаем? Слушайте, ну вообще шикарно. Продумано. Это прикольно. Мне пока нравится. Механизм, как в прошлый раз. Да зарядим сейчас. Стоило ожидать. Вход сюда только по личным пропускам. Перезагрузите панель с помощью энерголинка. Так, нажимаем R. Ага. И сейчас мы ему что-то сделаем нехорошо, да? Идет перегрузка. Перегрузка завершена. Опа. Без нужды так лучше не делать. Но мы спешим. Хорошо. Заходите внутрь. Договорились. Поставьте на место регулятор, чтобы включить реактор. Гнездо регулятора открыто. Просто вставьте его внутрь. Так, давай включим свет. Так интереснее. О! Так, что у нас здесь? Что мы сюда можем ставить? Расходники, разрушитель щитов, активы. Где этот регулятор? В товарах. Да, регулятор мощности. Подтвердить перемещение. Я отметил для вас консоль. Так, ага. Что с ней сделать надо? Не все так просто. Использовать чужой профиль тоже незаконно. Не будем упоминать этого в рапорте. Все-то тут незаконно. Анализатор профиля. Не забудьте перевести его в режим планирования. Просканируйте трупы. Дело неприятное, но иногда приходится. Давай просканируем. Наград не обнаружено. И? Ну, просканировал трупы. Дальше-то что? Наград не обнаружено. Сколько здесь еще? Я сканировал же его уже, но... И? Так, дружище, я уже просканировал трупы. Что делаем дальше? Ага, вот еще, да? А, ну я его тоже сканировал уже. Копировать профиль, а как это сделать? Угу. Как сделать? Моя твоя не понимает, что это? Маневровые микродвигатели. Да, давай возьмем. Раз пока лазим тут. Так. А! Видите, понял, друзья. Короче, тоже R переключает в режим сканирования, а R это режим у нас клонирования профиля. Вот нам как раз скопировать надо профиль, да? Чей? Твой пойдет, не пойдет? Давай. Этот профиль нам не подходит, ищите дальше. Да, ну давай этот. Допуск скопирован.
Да запарил-то. Этот рабочий нам подойдет. Клонируйте его профиль. Так. Включите регулятор мощности с консоли реактора. Тогда питание будет восстановлено. Окей. Включил. Сейчас лампочки заработают, да? Да будет свет. Нет? Имейте в виду, противник быстро заметит, что питание восстановлено. Так что будьте начеку. Так что. Как это сделать? Энерголинком, да? Отлично. Все просто. Вообще все интуитивно просто, по большей части. Подача энергии восстановлена. Доступ в систему вы добыли. Идите наружу. Хорошо. Пошел. Так, а давайте посканируем. Я засек вдалеке слабый сигнал корабля. Не уверен, чей он. Буду следить. Доступна награда. Ну вот. Убийство, нападение. Да, по таким не плачут. Ага. Понятно. Вот начинается, да? Уже какой-то корабль к нам сюда летит. Так. Окопировать его. Что это мне дало? Собственно, ничего. Доступна награда. И что? Доступна награда, что с ними делать? Короче, вот эти наручнички, это доступна награда, да? Красная. Восстановлено. С вашим уровнем допуска вы сможете войти в центр управления. Это мне сюда идти? Ну тут что-то все горит. Так, а, вот оно. Вот это. Ага. Консоль контроля атмосферы. Нажимаем. Отлично. Теперь накачайте воздух обратно, чтобы можно было дышать. Обратно? Это опять ее же. Внимание! Вспомните корабль, о котором я говорил. Он движется к вам. Выглядит враждебным. Все, теперь можно спокойно идти. Вам нужно отыскать порт данных. Входим в герметичную среду. Кто бы сомневался? К нам идет корабль. Ну, будем разбираться. Опа, контейнер. А что в контейнере? Металлическая катушка. Так, куда? Нам вон туда идти. Пошли. Дальше вверх. Впереди будет терминал. Подключитесь к нему. Так, терминал. Вот он, терминал. Подключаюсь. Так, статусное сообщение, данные жителей, ключевые объекты. Здесь все, что нужно для управления поселением. Похоже, все работает. Так, что надо найти? Выберите службу при помощи А и стрелок. Угу. Список персонала. Нету сотрудников. Панель миссий тоже пусто. Так, центр управления мне нужен, да? Так, вот, наверное, командный центр, да?
И дальше порт данных найти надо, да, нам? Вот этот, что ли, порт компьютерных данных? Вот он, ага. Этот порт вам и нужен. Так, ну все, я готов. Куда идем? Так, а, вон маркер. Вижу. Здесь что интересного есть, что? Проектор щита. Осколочная граната. Сюда идет корабль тех, кто напал на это поселение. Они близко. Так. Скачать данные. Данные на месте. Скачайте их на свой накопитель. Я уже лечу за вами. Получение данных. О! Посмотрите в окно. Да вижу. Видите? Ха, друзья, сейчас стрелять будем, стрелять. Заварушка. Передача завершена. Все. А ты что, прям сюда сядешь, что ли? Противники заходят на посадку. Видно, прилетели узнать, кто восстановил питание. Это я был. И чё? Их немного. И вряд ли они ожидают встретить тут грозного бойца с новейшим снаряжением. Это я, что ли? Не хватало только привести их на хвосте. Разрешаем вступить в бой. Ну... Ну давайте попробуем, друзья. Повоюем с ними. Чё, куда идем? Включайте щит и выдвигайтесь. Не посадите батарею до начала боя. Так. Включайте щит. С. Нажимаем. Щит активирован. Хорошо, договорились. Чё, куда идем? Вниз, наверное. Очевидно, да? Я насчитал пятерых. Вы увидите их, как только откроется шлюз. Так, надо присесть. Берегите патроны. Помните про укрытие. Врагов больше, но вы лучше вооружены. Ваше боевое снаряжение гораздо лучше, чем у них. Каждому свое. Лазеры для щитов, пули для людей. Покидаем герметичную среду. Пошлите, друзья. Будем воевать. Так, где все? Ага, вон он. Так. Так, вот еще двое. Вот он. Хедшот будет? Я вас всех прикончу. Пока. Нашего попали. Вау-вау-вау. Граната. Следит граната. Следите за радаром. Что там, еще один летит, что ли? Вау-вау. Она, я моя. Так. Граната. Ага, вот, я понял. Граната это, короче, Г. Другое дело. Пользуйтесь тем, что вас окружает. Щит держится, но не забывайте про укрытие. Так, ловите. Так, 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 так. Давайте мы в помещение зайдем. Так. И будем их отстреливать. Вау, вау. Все. Иди сюда. Так, минус одна. Сколько вас там? Оп, оп, оп. Граната рядом. Укрытие.
Так. Блин. Не так это просто. Да умри ты уже. Все? Вот так. Все враги уничтожены. Отлично, боец. Буду на посадочной площадке. Ну, я бы не сказал, что отлично. Фух. Отстрелялись. Что там где-то зарядиться же можно? Зачем? Где? Какой? Троечка же, да? Да, во. Шикарно. Доставим данные в пункт назначения. Куда залезать? Где ты? Так, чё, где? А, во, друзья. Корабль. Корабль. Несусь, сломя голову. Ну, отлично, слушайте, ну прям... Пока мне все нравится. Очень даже прикольно. Ну, да и... Меня уже в порту ждет холодное пиво. Иду я, иду. Ничто с твоим пивом не произойдет, не переживай. Так, это я под кораблем, друзья. Так, чё? Куда заходим? Сюда? А. Ну, ты меня как пускать-то будешь? Или чё? А, сесть на корабль, нажмите Е. Понятно. Короче, здесь никак в X4... То есть в корабль не заходишь. Понял, ну окей. Е. Посадка. Так. Летим отсюда. Я называю первоклассной работой. Командование будет в восторге. Достойное завершение службы. Средняя кнопка мышки. Курс проложен. Прыгаем в киберпространство. Управление камерой. Отлично. Так, осмотреться. А встать тут нету? Не встанешь, да? 3, 2, 1, engage. Что-то мы куда-то полетели, да? Так, а это что за меню у нас? А, это, короче... Можете расслабиться, лететь нам недолго. Пока непонятно. Маршрут не проложен. А, это типа указать ему, куда нам лететь, что ли, получается, да? Можно, да? Но он сам куда-то летит, поэтому не будем пока его беспокоить. Так, глядя на свои ноги, я вижу себя. Интересно. Так, ну встать в корабле я не могу. Приходится брать контракты у большой тройки. Империя, Федерация и Альянс. У всех, конечно, есть свои плюсы и минусы. Командир всегда может посмотреть в кодекс и сделать осознанный выбор. Чувак, ты чревовещанием работа занимаешься?
Они неплохо платят. Почему губы не шевелятся? Не торопитесь, рассматривайте все варианты. Короче, он говорит, а губы не шевелятся. Интересно. Ну, вообще, друзья, прорисовка, конечно, довольно интересная. Очень красиво смотрится. Так, вот расстояние, да, это? 3, 2, 1 световой... Световые что-то СВС. Ну, короче, световых чего-то. Подлетаем, я так понял, да? Вот эта планета, это то, что нам нужно. Альфа-03, слышу вас, диспетчер. Так точно. Данные у нас. Возвращаемся на базу. Принято. Наш герой сработал отлично. Пристыкуюсь и сразу доложу. Ну, или сначала попью. Принято. Да ты, брат, алкаш, блин. Три отбой. Прям без пива не можешь? Уже решили, где хотите начинать карьеру? Перспектив у вас целая галактика. Для начинающих пилотов лучше всего подходит Sidewinder. Помни свой первый корабль. Вот это были ощущения. Понимание, что я могу полететь куда угодно. Вот это истинная свобода. Хотя есть ведь и другое сильное чувство. Стоять на земле с пушкой в руке, рассчитывая только на себя и свои рефлексы. Кстати, мне уже называть вас командиром? Да, можешь. Я не обижусь. Пока понятия не имею, с чего начать и куда буду двигаться дальше. Посмотрим, куда кривая выведет. Так, друзья, это мы с вами как раз... Это что было? Мы типа в атмосферу зашли, да? А это станция. Подлетаем к станции. Вот и космопорт. Сейчас пристыкуюсь. Вам осталось отчитаться и завершить задание. Смотрите контракты и задания на доске объявлений. Если там нет ничего интересного, возьмите шаттл-такси и летите куда-то еще. Шаттл-такси. Тоже прикольно. Короче, даже если у меня нет корабля, я так понял, друзья, я тоже могу путешествовать. Интересно. Экипировку придется сдать. Зато сможете купить себе новую на свой вкус. Не беспокойся, норматива. У вас не будет проблем с тем, чтобы испытать ее в деле. Вербовка добровольцев на локальные конфликты уже поставлена на поток. Как и в любом космопорту, здесь есть где получить задание. Понятно, друзья. Короче, отожмут у меня сейчас мои доспехи и оружие. У меня ничего не будет. Буду гол, как сокол. Большое спасибо. Ладно, разберемся, я думаю. Прибыли. Ну, теперь вы вольная птица. Вперед. Берегите себя и покажите всем, чего вы стоите, командир. Ага. Так, еще раз.
Что там снаряжение по умолчанию? Комбинезон Мэверик. Так, настроек снаряжения никаких нету. Ну, высадиться. Пошлите, посмотрим, что тут на станции. Так, зона запрета огня. Чё, куда бежим? Что-то в глазах потемнело. Продолжить, пожалуйста. А, ну все, получается, друзья, закончилось у меня обучение. Учитывая, что я в нее еще не играл, у меня никаких сохранений нету. Меня выкинуло обратно в меню, выбора режима игры. Этим выбором я займусь в следующей серии. Ну а на сегодня все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Понравился ролик, ставьте лайк. Есть что сказать, пишите в комментариях. Всем пока, до скорых встреч.